متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Верующие собираются в здании медресе. Центральная мечеть сейчас на реконструкции, поэтому прихожан меньше, чем в прошлые годы. В своей проповеди имам Мухтасиб обратил внимание на вечные ценности. Только вчера человек получил свидетельство о рождении, сегодня ему вручили свидетельство о смерти. Вот таким же образом наша жизнь, она проходит, и мы даже не замечаем. И в тот Рамадан, кто был жив, в этом Рамадане их нет. И мы не знаем, кто сегодня останется, а кто завтра еще будет жить. В течение месяца мусульмане держали пост. Считается, что в это священное время очищается не только тело, но и душа. Традиции в семьях передаются из поколения в поколение. Бексат Тажибаев приехал в Альметьевск из Кыргызстана. Парень учится в институте. Ураза Байрам – один из главных дней в году для Бексата. Религия дает мне в первую очередь дисциплину, уважение к себе и к окружающим, уважение и любовь к родителям. То есть религия помогает мне строить мое будущее и вести повседневную свою жизнь. Саид тоже приехал в Россию из Кыргызстана. Вера для него – неотъемлемая часть жизни. К религиозным обычаям Саида приучали с детства. В мечеть ходим для успокоения своей души, молиться, чтобы быть благодарным жизни. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.